Итак, у нас закончился конкурс «Юные Хеннеры», а следующий конкурс, который у нас будет проходить впервые в Украине, конкурс мастерства показа собак в Рингеле для старшей возрастной группы. Можно назвать по-другому «Сеньор Хеннер». Мы решили собрать в одном месте, в одно время, в одном ринге людей, которые не представляют своей жизни без выставок. Чтобы наше шоу было интересным и захватывающим, мы объединили две группы. Заводчики со стажем, которые имеют большой опыт выставления своей профилирующей породы, и профессиональные хеннеры, которые работают с разными породами. Все участники в течение этих двух дней принимали участие в жеребьевке, чтобы определить очередность выхода в ринг. Итак, мы будем начинать. У нас первая группа – это заводчики, а выбирать наших сеньор-хеннеров будет коллегия судей. Дамы и господа, встречайте наших судей. Петер Харшани, Венгрия, Анна-Мария Тарьян, Венгрия, Юрайте Гудкиени, Литва. Наши три эксперта оценивают каждого участника по пятибалльной шкале по следующим критериям. Эффектность выхода, общее впечатление, в том числе гармоничность пары, пара в движении, пара в стойке и мастерство показа. Баллы суммируются. И три участника, которые набрали наибольшее количество баллов, занимают три призовых места. Всем понятные условия, да? Окей. Первая группа. Заводчики. На ринг приглашается Кристина Лазарева, Кривой Рог, заводская приставка Кайлости Стилецо. Наталья Погорелова, город Днепропетровск, заводская приставка. Следующий участник, заводчик Наталья Погорелова, город Днепропетровск, заводская приставка Fuego Grande Box. Essa gata me liga, mas tá sem balada. Quero curtir com você uma rodada, dançar, rolar até o sol raiar. Следующий участник – Елена Полковникова из города Никополь, заводская приставка «Ника Гранд».
Следующий участник — Татьяна Гаврюк из города Днепропетровска, заводская приставка «Орден Кельтов». Участник так обстоятельно подготовился. Молодцы. Следующий участник — Алексей Межиров из города Харькова, заводская приставка «Карнавалда». Спасибо вам. Следующий участник — Екатерина Штандарова из города Днепропетровска, заводская приставка «Жемчужина Севера». Давайте музыку погромче. Нашим судье Елене Агафоновой, которая танцевала. Я хочу сказать, что конкурс для судей, а не судят, а все болельщики могут танцевать. Следующий участник — Лариса Ежова из города Днепропетровска, заводская приставка «Кристалл Буш». Следующий наш участник — Александр Гуд из Днепропетровска, «Сказка из Аляски». И руки выше!
следующий участник Ирина Дубовиченко из города Днепропетровска и заводская приставка «Набелис». О боже, какой мужчина! О боже, какой мужчина! Спасибо большое, а то сейчас все начнут танцевать, не судить, не болеть. Следующий наш участник — Наталья Островская из города Днепропетровска и заводская приставка «Зорина Мрия». Такую музыку, если вы были в платье бальном, было бы вообще красиво. Следующий участник — Ирина Симоненко из города Новомосковска и заводская приставка «Золотая ниточка». Следующий участник — наш заводчик Влада Тимошук из города Днепропетровска, а заводская приставка «Держи ветер». Убежали.
Держи ветер сказал, что музыка не быстро. Следующие участники — Елена Жукова из города Днепропетровска и заводская приставка из рода кемерийских псов. Участник ушел совсем в другую сторону, ну, окей. Следующий участник — Алена Горячева из города Харькова и заводская приставка «Карнавалка», правильно? Снова убежал. Следующий наш участник — Ирина Архипова из города Днепропетровска и заводская приставка «Бериндей Хаус». Guitar, come to my boudoir, baby, you have a possibility to play with me. Guitar, come to my Jaguar, baby, you have a possibility to play with me. I put on my pijama and do. Видите, все-таки выбегать быстрее, чем забегать. Следующий участник — Оксана Барсукова из города Павлограда, сотрудник питомника New Lemar. А ты такой красивый с бородой, твои попалась сети. Я
работал на стройке, ездил на метро. Без регистрации, просто повезло. Я мечтал подняться всем врагам на зле. А что, мужчина должен уметь все? Собрать стол на языке и иметь крутые идеи. Зарабатывать кэш, а не сидеть на шее. Ведь любимый, а не собирать трофеи. Мне же рисоваться больше, как сейчас музей. Однажды я поменял маршрут. Прощай, Равшан, и прощай, Джамшут. Привет, Москва, Блэкстар, я тут. У меня есть борода, и меня берут. Давайте музыку громче! Это я супергерой. Так неожиданно успех большой. Продолжим отдалить страну, будет петь с тобой. А ты меня искал, полмира обошел. Теперь у нас с тобой. И руки выше! На следующую выставку с собой сеть. Хорошо? Окей. Следующий наш участник, я так понимаю, он последний в группе заводчик. Ирина Васильевна Васильева из города Днепропетровска, заводская приставка «Васильев остров». Молодцы. Итак, наши уважаемые судьи и их помощники-секретари подсчитывают баллы. А как говорят, нужно уметь держать паузу между следующим конкурсом. Сейчас у нас будут танцы с собаками. Фристайл.